А Дед Мороз скоро придет? Конечно, скоро. Сережа, ты его точно заказал? Ну, конечно, я его в интернете заказал на сайте дедмороз.точнопридет.ру. Здрасте. Деда Мороза ждали? Здравствуйте, конечно, ждали. Да? А вы кто? Я Дед Мороз. Ура! Дед Мороз пришел! Хорошая девочка. Вообще-то это мальчик. Вообще-то я про тебя. Ну-ка, иди сюда. Вообще. Вы... Почему без костюма? А это что, футболка, что ли? Я говорю, где шуба Дед Мороза? Заказывали вы в шубе, я в шубе пришел бы. Заказывали в костюме, я в костюме пришел. Вот костюм, вот бейджик. Что написано? Дед Мороз. Так, пошел вон отсюда. Сережа, ну давай не при ребенке. Пусть хоть такой. Действительно, Сережа, она дело говорит. Хорошая девочка. Мальчик, иди сюда. Рассказывай стихотворение. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный Дед Мороз. А почему вы без бороды? Так праздник же, я побрился, помылся. Давай, не отвлекай меня. Рассказывай стишок. Однажды в стадионную зимнюю пору... А что, на стульчик уже вставать не надо? Во, сие-то я огурцы не заметил. Так, по-моему, Деду Морозу пора домой. Да. А как же веселая игра? Точно, игра... Подойди к столу, малец, и найди там огурец. Вот он. Принеси ко мне его, приз получишь ты тогда. Ай, парнишка, молодца. Получай полугурца. А ты тоже не стой, салат передавай. Так, хватит. Действительно, хватит. Надо же хоровод водить. А вот и наш салат. Так, все. Поели, стишок рассказали, Дед Морозу пора. А как же подарки? Вот, подарки. Что ты мне подаришь? Хочу вот это. Что это такое? Поставь водку обратно. А, это водка? Много не слышал, никогда не пробовал. Дед Морозу пора. А где Снегурочка? Вот, молодец, парень. Не оставил женщину в трезвости. Давайте все вместе ее позовем. Снегу! А меня не дало даже долго звать. Здравствуйте, граждане, опять. О, какая красивая девочка. Это мальчик. Интересный мальчик такой. Вообще-то, вот. Деда Мороз на оленях ездит. Вообще-то, на оленях ездит Санта-Клаус. Это во-первых. Во-вторых, его вообще не существует. А наш Дедушка Мороз ездит на зайках, попрыгайках. Прыг-скок от квартиры к квартире. Да. На, зайка-попрыгайка. Вот. Запрягайся в саночки. А что же у нас мышка-топатушка один будет лежать там в коридоре? Так, Снегурочка, Дед Мороз, возвращайтесь-ка в свой волшебный зоопарк. Шарлатаны. Как скажете. Поставь водку обратно. Это подарок. Девочка, ты идешь? Нет. Плохая девочка. Дед Мороз, а вы куда? А ты понимаешь, парень, твои родители в меня не верят. А когда в Деда Мороза не верят, он не работает.